Всем привет, дорогие подписчики, с вами Димка. И мы продолжаем прохождение игры Call of Duty Modern Warfare 3. Или же, как в переводе, Зов Долга, Современная Война 3. Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? Эта мразь похитила президента. Веков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служая на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Прайс, давай достанем этого засранца. И снова джунгли! Николай, мы на окраине деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Понял тебя. Соу, постарайся на этот раз не поймать пуль. Лучше о себе побеспокойся, старина. Старичок. Боровичок. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы. Почти на месте. Ух, как он подобрался. Я надеюсь, ты в туалет не собираешься. Двое на 11 часов. Сними их. Ну, правда? Он ворвался в кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Араби на него даже не посмотрел. Чисто. И гиенку надо тоже ликвидировать, а то мало ли вырвется еще со своей ограды. Да, друзья, она точно вырвалась. Ну, живодеры. Сволочи. Потом с ними разберемся. Сейчас главное выжить. Ладно, потом так потом. Вижу врага. Не стрелять, их слишком много. Только не наломайте дров. Ладно, готовьтесь. Либо эти негры такие тупые, либо мы невидимки. Хороший пулеметик.
сукины сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик. Вали их! Идем! Захолустья пошли. А ну, Прайс, покажи себя. Ну ты кровожадный. Я тоже, правда, не лучше. Тоже кровожадный. Враги, 5 метров. С запада идут двое. Сними их. На дороге еще один патруль. Сними их побыстрее. Будет сделано. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Не мудрено. Коленки затрещали. Лежать! Уроды! Ох, придурков, сколько она выскакивала. Ох, сколько ж их тут.
Прайс, что ж ты творишь? Понял тебя. Ах, главное успеть. Сдохните, уроды! Ох, сколько их, главное ствол, чтоб не закипел. Ох, уроды! Выполняю! Согласен, давай валить отсюда, валим, валим, валим! Ох, минометчики, блин! Соп, извини, подвинься, я первый. Блин, ребята, мы отделились. Ой, прости, Прайс. Да, не хотел бы я в реале в такой заварушке оказаться. Да, Прайс, давай, давай, валим отсюда. Ох, эти ступеньки. Прайс, воюй давай, не филонь.
Да покажи ты свой лобик. О, нормально. Раз, ты хотя бы спрятался для приличия. Ох, попёрли. Ох. Ё-моё. Спасибо, ребята, хоть включились. А то бегают так, блин, для компании. Ручонки свои тянет. Ну прости, Прайс, заблудился чуть-чуть. Вах! Ах, ё-моё, вот это да! А, груз! Нет, они забрали его! Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе.
Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соединитесь с Херрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, чтобы они не задумали, мы этого не допустим. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка, и продолжение следует. До скорой встречи. Всем пока.